Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задачу из учебника «Математика. 6 класс» авторы Мерзляк, Полонский и Кир под номером 517. Ученики 6 класса посадили возле школы деревья. Фруктовые деревья составляют 11/15 всех посаженных деревьев. Вишни составляют 4/11 фруктовых деревьев. Сколько всего деревьев посадили шестиклассники, если вишен посадили 12? Итак, что мы знаем? Больше всего мы знаем про вишни. Мы понимаем, что вишни – это фруктовые деревья, да? Итак, вишен посадили 12 деревьев, и это 4/11 от фруктовых деревьев. Другими словами, мы знаем значение дроби от фруктовых деревьев. Итак, как найти число, зная значение его дроби? Вспоминаем правило. Для этого достаточно значения дроби, а это 12, разделить на эту дробь на 4/11. Как разделить число на дробь? Отделите себе место, где вы будете вычислять. Для этого мы это число умножаем на дробь обратную делителю на 11/4. Как умножаем натуральное число на дробь? Мы это число умножаем на числитель, знаменатель без изменений. А теперь сокращаем. В числителе 12 делим на 4 – это 3. В знаменателе 4 делим на 4 – это 1. Так как знаменатель единица, то значение дроби равно числителю. 3 умножаем на 11 – это 33. Поскольку мы с вами считаем деревья, то у нас не может получиться дробь. Итак, 33 дерева – это у нас все фруктовые деревья. 4/11 которых – это 12 деревьев вишни. Заполним краткое условие. И теперь у нас появилась новая информация. У нас 33 дерева – это фруктовые деревья. И это же 11/15 от всех деревьев. То есть мы знаем значение дроби от количества всех деревьев. Как найти, сколько всего деревьев? Для этого достаточно значение дроби разделить на эту дробь. 33 мы разделим на 11/15. Как мы это сделаем? Мы число 33 умножим на дробь обратную делителю на 15/11. Для этого 33 умножаем на числитель дроби, знаменатель без изменений. Сокращаем дробь на 11. В числителе 33 делим на 11 – это 3. В знаменателе 11 делим на 11 – это 1. В знаменателе 1, значит, значение дроби равно числителю. 3 умножаем на 15 – это 45. Итак, 45 деревьев всего посадили. Мы готовы дать ответ на вопрос задачи. Сколько всего деревьев посадили шестиклассники? Шестиклассники посадили 45 деревьев. Запишем ответ. Все, мы решили. Если вам понравилось наше решение, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, есть предложения или замечания, то оставляйте их, пожалуйста, в комментариях к этому видео.